21-летний житель Мурома обвиняется в мошенничестве. Как сообщили в прокуратуре, фигурант увидел видео в ТикТок и решил украсть в магазине мобильный телефон. Стражи порядка установили, что злоумышленник выбрал iPhone 11 модели черного цвета стоимостью 47 тысяч рублей. Покупатель узнал номер предпринимателя и создал в Телеграме поддельный электронный чек о переводе средств. Фигуранта задержали через 2 дня. Ему грозит 2 года лишения свободы. Дело направлено в Муромский городской суд.